Астрологи назвали три самых мудрых знака зодиака. Какие это знаки? Астрологи уверены, что дата рождения влияет на интеллект. Они назвали три самых умных и начитанных знака зодиака. Водолей. Водолеи обладают способностью к нестандартному мышлению. Они не только наделены незаурядным умом, но и умело используют свой эмоциональный интеллект. Кроме того, они очень любят читать. От этого занятия их не отвлечет ни еда, ни езда в транспорте, ни путешествия. Из книг они черпают новые идеи и знания. Стрелец. Представители этого знака зодиака целеустремленные и уверенные в себе. Поэтому они первыми совершают важные открытия и становятся двигателями прогресса. Они щедро делятся своими знаниями с окружающими. Стрельцы также внимательны к деталям и много читают. Козерог. Тройку самых умных и начитанных замыкает Козерог, который постоянно повышает свой интеллектуальный уровень. Чтение – любимое занятие представителей этого знака зодиака. Они способны добывать нужную информацию и целеустремленно двигаться к поставленной цели. Друзья, независимо от того, верите вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы многое можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь.